В режиме онлайн Абзал Аликулов рассказывает, что в большинстве населенных пунктов Каратауского района жители пьют качественную питьевую воду. К отдаленным массивам подведут водопровод в этом году, обещая таким. Все запланированные работы продолжаются. Мы делаем все, чтобы скорее решить проблемные вопросы с водоснабжением, ремонтом дорог, а также с электричеством в отдаленных населенных пунктах нашего района. Проблемными остаются многоэтажки в микрорайоне Нурсад. Жилье, выданное по госпрограмме, нуждается в ремонте. Аким Шимкента возьмет этот вопрос под личный контроль. В этом году уже предусмотрены средства на ПСД. Вопрос на контроле. Помимо этого, жители волнуют ремонт дорог, газификация и электроснабжение. Абзал Аликулов уверяет, что все озвученные вопросы решаются. Так, на энергообеспечение микрорайона Туран выделено 236 миллионов тенге.